Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас пришла вот такая вот большая посылочка. Посылочку эту доставили курьерской фирмой PDF, точнее не курьерской фирмой, а транспортной компании PDF. И заказывалась эта посылочка в официальном магазине Redmond Multivarka.pro. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием, регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Давайте откроем и посмотрим, что пришло. Заказывал я на Новый год все это дело. Заказывал, потому что там были просто большие новогодние скидки. И новогодние скидки продолжаются там до сих пор. До сих пор продолжаются там эти скидки. И можно купить там, в принципе, много товаров по адекватным ценам. Вот сегодня у нас пришло мультиварка. И пришел блендер. Давайте о блендере мы поговорим чуть позже. А в данный момент я хочу рассмотреть именно мультиварку. Значит, именно мультиварочку. Одна мультиварочка у нас уже на обзоре была. Этот обзорчик выложу вот здесь вот с краешку. Та мультиварка будет использоваться у меня именно как гриль и как фритюрница. А вот эту мультиварку я хочу использовать для приготовления остальных блюд и хлеба. Хочу попробовать выпекать сам хлеб. И для этого мне нужна была немного другая мультиварка. Итак, пришла мультиварочка Redmond. Почему я решил ее купить? Потому что реально очень большие скидки были на эти мультиварки. То есть так она стоит 6,5-7 тысяч в магазине на Redmond. Она по новогодней скидке шла всего 3200. Вот так вот. Итак, давайте же приступим к открыванию и давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. Очень яркая, очень красочная коробка. С этой стороны у нас характеристики указаны. Здесь сама моделька как выглядит. Здесь указано, в принципе, что можно приготовить в ней. Также в этой мультиварке можно также готовить и фритюры, и все остальное. Но главное, это что мне нужно от этой мультиварки, это функция хлебопечки, выпечки. Потому что попробовал я в той мультиварке. Та мультиварка выпекает очень плохо, а очень плохо она выпекает по той причине, потому что там не отводится пар из них. Что же мы имеем в этой мультиварочке? В этой мультиварочке мы имеем 34 программы, 16 автоматических и 18 настраиваемых программ. Давайте откроем ее и посмотрим, что же у нас внутри. Такая вот фирменная коробка, везде написано Redmond. Накладная. Здесь идут гарантийные талончики, все подписано. Такая вот гарантийная книжечка. Здесь книга рецептов. На 120 рецептов. Замечательная красочная книжечка, по которой можно будет приготовить любые блюда, понравившиеся вам. В этой мультиварке можно готовить множество блюд. Но продолжим. Убираем пенопласт. Здесь есть ручечка. Все, убираем коробочку. И нас встречает вот такая вот потрясающая мультиварочка. Почему же выбор остановился именно на этой мультиварке? Ну, во-первых, мне очень понравился дизайн. Такой не нравится мне просто вытянутые круглые мультиварки. А здесь превосходный дизайн. Можете посмотреть, золотисто-черная, классно выглядит. Ну что ж, давайте будем открывать. Открылась крышечка. Что же у нас имеется внутри? Это мы выкидываем. Внутри у нас имеется... Давайте откроем пакетик. Вот такой вот половничек, чтобы подчерпывать что-либо. Дальше имеется
вот такая вот ложечка, это чтобы перемешивать, я так понял. Дальше имеется вот такое вот приспособление такое, оно крепится вот здесь вот сбоку мультиварки. И это держатель для ложки. Так ставится ложечка и все. То есть никуда не надо откладывать, ничто не будет мешаться. Что же еще у нас есть? Подставочка для готовки на пару. Подставочка для готовки на пару. Имеется мерный стаканчик. Мерный стаканчик. Провод. И вот эта вот чаша. Эта чаша. Давайте сейчас ставим все остальное. Это чаша для приготовления фритюра. То есть можно также жарить крылышки, можно также делать беляшики. В общем, все, что делалось в той мультиварке, можно делать и в этой мультиварке. Правда, здесь меньше чаша. И что еще? Это вот такие вот щипчики. Эти щипчики используются для, внимания чаши. Давайте посмотрим на чашу. Чаша у нас с антипригарным покрытием. Фирменная чаша Redmond. Она у нас идет на 5 литров. 5 литров. Внутри у нас нагревательный элемент и кнопочка контакта чаши. То есть пока чаши нету, пока чаша не вставлена, ничего не заработает. Поставили чашу, и тогда только включилась мультиварка. Сверху имеется клапан для отведения пара. Разобраться, как он открывается. Да, вот он снимается. Это клапан для отведения пара. Его периодически надо очищать, поскольку в нем копится вода. Очистили и поставили обратно. Раз закрылся, и сюда закрылось. Вот такая вот мультиварочка пришла у нас в этот раз. И с этой мультиварочкой мы уже будем пробовать изготовление хлеба. Ссылочку на эту мультиварку и на вторую мультиварку, которая была до этого обзорчик, все ссылки будут в описании. Можете заходить, оставлять комментарии, кто что думает, кто что готовил уже в этих мультиварках такого рода. Я думаю, можно будет приготовить много всего, огромная книга красочных рецептов. Пока меня интересует хлеб. Но дальше я буду пробовать буду все блюда буду пробовать и, наверное, буду делать видео по приготовлению этих блюд. Также радует очень богатая комплектация, и, естественно, радует, что огромная скидка, просто огромная, 50%, даже больше, не помню сколько, по-моему, то ли 50, то ли 46, то ли 52, ну, в общем, большая скидка была на эту мультиварку. Именно поэтому я решил ее взять. Ну, а на сегодня все. Смотрите следующее видео. В следующем видео я сделаю обзорчик вот на этот блендер Redmond. Блендер тоже купил не просто так. Он скоро будет очень-очень нужен. Так что ждите следующего видео. И в следующем видео посмотрим обзор на этот блендер. А на сегодня все. С вами был Владимир. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Всем пока!